А Мать. за ТТГ ЕП не будет? Нет, я же говорю, за эти Не. рейды нету ЕП. Вот ЕП у нас Ульда обычка, ЦЛК обычка, ЦЛК Гера, ЗС, ОКО обычка и РС Гера. Вот за эти рейды есть ЕП. Тогда можно я сейчас быстренько поужинаю? Минут Ну, 15 займет. да, но я не знаю, успеешь ты или нет, тут люди есть, тут может мы и босса начнем бить. Гомосек, ну забирай Час уже. всего лишь до конца РТ осталось, надо быстрее пронести. Пошли, пронесем, мы себе в другой день освободим, это как он называется, время, блядь, ну типа как мечтали, нахуй. Пошли быстренько на магика летим. Слушай, я в хиле, что ли? Ну ладно, похуй. А кто может зайти на хпалочку, что я заебался, блядь, почилить хочу. Сейчас я зайду. Уйти Давай. нужно. Иди. Я Нет, ты можно. останешься танковать. Кто хочет уйти? Я на, ну, ДК. Ну, кто? Ну вот, сейчас Блин, стоит царь повела, мастер, блин. кажется. Все. А, чё-чё. Иди, иди. Ты потанчишь или похилишь? Спасибо за рейтинг. Я могу все что угодно. Что можешь, Да, Павел? давай, 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 похилим. Мне нужна у вас печенька на руки, чтобы Сейчас, путя. сейчас с печеньками разберемся. Немножко рейд сформируем. Так, танкует у нас Гомосек, Эвилаша. Так. Ну, стресс? Нет? Блять, мне бы Мишку. У кого Ну, Мишка? стресс? Пусть потанкует, может. Есть Мишка какой-то, Зози, например. Для без Мишки просто хуево будет. А, у Шатасика, вот давай его Шатасика возьмем. Ты пойдешь ГМХ? Да. Я Ого. сначала ульду еще сижу с вами тут. А, тебе кинуть за ульду? Или ты в субботу Давай. сможешь сходить? Давай. А в субботу? Сможешь? Нет. Не знаю. Если прям людей не будет не хватать, так-то я не заставляю. Ты редко играешь. Там сам подумал. Ну, если что, в субботу кину тогда, если посидишь на замене. Или если вдруг сходишь. Как Так. скажете. Мишка есть. Получается, что, Милаша, Гомосек, Мишка. И четвертый танк какой-то нужен. Есть там кто? А, вот Я рыбчик. могу А вас вы кинуть. куда хотите идти? ГМХМ летим. Беломаунт зайдет? Нет? Так, теперь по хилам надо добавить. Мы Фокса добавим. Сказал, ИПГП остановит себе. Чё сказал? ИПГП пошел ставить себе. А, один, ну, насчет Я второго кельзя заключил. плюсик кинула. А, Эламаунт пошел ставить. Хорошо. Так, дальше возьмем. Так, тогда пускай три приста побудут пока. Ее в хила сюда кинем. Мэтфок сюда в сове побудь пока. Так, сюда. И миликов надо. Так, теперь надо перезайти на миликов. Миликов не хватает, чтобы мы руки закрывали нормально. Гер, пожалуйста, не заходите туда никто. Конченый рога. А, стоит обычка, кстати, точно. Вышли или зашли, или кто там что? Выйдем, Сейчас мы сейчас выйдем, выйдем. подожди. Скажите, как выйдут все. Поставим, поменяю. Где там, говоришь, рога находится? Он ударил и убежал в стекло. И мы его найдем потом. А, да, и пошли искать его. Танатас. Надо миликов. Может кто-то перезайти на милика? С РДД. Есть кто-нибудь по номеру? Дайте стан его, дайте стан его. Сделали. Сейчас Койл дам. Этот, Вот может, сюда, пожалуйста. Варахель, тебе же ничего не надо рвиться с этой хуйни. Может, сможешь пойти палом миликом? Там, чтобы были места, чтобы челики руки позакрывали. Так, а, да, ты можешь котом быть. Давай котом тогда. Ну, пока что на магике будь в этом, и на королях тоже в этом. А вот на груле надо будет. Я весь про груля думаю. Так, еще надо будет. Ну, три милика надо, короче. Может кто-то зайти с этих, как они называются? Такого, Ну, такого. если радист зайдет, я могу просто спекнуться в милик. Могу позакрывать руки в танке. Угодно. Тебе это, пойдешь, Рвист, похилишь? Стресс, видимо, не в Дисе был. Все вышли, нет? А, вот бидон. Бидон, ты тут? О, попробуй поменять. Сейчас. Ой, не то. Поменялось? Да. Этот Заходим. бидон, друид инвалид, вы пойдете? ГМХМ. Что он зайдет? Ты там высматриваешь, вот. Надо, блять, о, консилятор нахуй. Там, рут инвалид, сейчас мы освободим место.
Так, Ломан зайдет, да, ты говоришь? Слышишь, это самое, Аделька, а тебе на приста что надо? Тут она нет. Не знаю. Мне опять по лесу прыгает. У вас печенюха нужна. То, что тебе у вас печенюха, нужна. Тебе навара, блядь? Ну да. В гараж. Все. Бля, а у тебя один спек? Мне нахапало можно. Один спек 260 или два? Да, один. А какой, ДД? ДД. Там он гамазеку печеньки нужны. Он ну, типа, мне танк не хотите, я чтобы я танковал, так что чё мне танк? Слышишь, Войд? Чё? Хантула столовая нужна. Угу. Там еще Юле две печеньки надо. Да, Юле две печеньки. Можно в кару с кем-нибудь сбегать. Я рассчитываю те, кто пойдут в этот ВКЗС, в первую очередь будем их одевать. Что-то рейд не добирается. Есть там кто зайдет еще, нет? Я Ване написал, не знаю, что зайдет или нет. Теджу там тоже. Кто ходит в ОКЗС, еще не у всех апнутые Т4, что ли, хочешь сказать? Да, у меня руки не апнутые. Есть ну такое. Я проклят, у меня такая же хуйня, у меня руки не апнуты. Эльман точно зайдет? Мне в пиздец как апнуть надо, они мне кап меткости добьют. Слушайте, Ломан зайдет, нет? Чтобы ходить в ОКЗС, нету требования, так сказать, для входа в этот рейд, чтобы все печеньки были 260 именно. Зал заходит. Угу. Блять, надо кого-то на милика свичнуть. Давай Виланию в милика уберем, друиды нулиды туда. Тогда без хапала рейд будет. Да и похуй, да? Поебать? Ну я могу, слышишь, Войд? Я, если с магика печеньку залуту, я могу на грула на хапала зайти. На хули толку, я про груля думаю. Сейчас-то поебать. Хуяли мы без хуликов. Так, да. Он, Варахиль пришел, кстати. Тут ты можешь спокойно эрдру в мелизону запихать. Я бегал, в принципе. Да, в принципе, да, можно. Так, а кто с вас тогда подамажит пока что? Друтин валится, да, потом пока что подамажит. Так, все равно один хуй, блядь. Допустим, даже если запихаю друида и Варахеля. Ну, займись. Эффективность отличная. Акцентов. Вы там в магике уже? Есть сумон? Да, стоим, сумоним. Ага. Слышишь, Войд? А смотри, он хамасека, блин, может Геру потянет. Ну, вроде это неплохой протопал. Протопал Геру? Смотреть. Блять. Ну так-то потянет. А чё, фрешмот есть? Потянет. Не знаю насчет Синдры Ильича, конечно, но до Синдры Ильича потянешь. Ну хотя бы на 4 босса взять его. Ну посмотрим. Не, ну можно, но если типа профит от него в ЗС будет, а какой от него будет в ЗС профит? Никакого. У нас танки есть. А так, типа, в Геру сходить полутаться можно, в принципе, попробовать. Давайте досумоним Авиланию, ДК. Я тут. Ломан, где выйдет, там? А, заходит. Пачки выйдет. Рокшейн. Рокшейн отписал, дома буду, смогу поиграть с работой, тут лагает у меня своих шоу. Ок. Магину суманить. Слышишь, Магина, а тебе надо что-то отсюда? Так. В принципе, он меньше ей дает. Да и Танатос, ты больше ей даешь или сколько вы даете, я не помню. Все, пошли трешбить. Не, по-моему, примерно одинаково там пиздец. Приста бафа нету?
Присты есть, присты бафа нету. Сколько даешь? Больше Эй, мага. Магина, слышишь, ты в Дисе? На тебя увешаем эту хуйню. Эй, маг, эй, блядь, с тобой в пати. Надо поглядеть скрины с этого сурка, сколько они дают. Блять, вишню печать не включил. Бидон, ты тут, нет? Или ты все уже? Да я думаю, это, Магину загнать, он что-то не отвечает. Слышишь, Магина, ты можешь на Вара пойти, с Варом сказать, милик нужен. Где что-то магу надо тут. Блять, от вас хоть что добьешься, не говорите, нихуя не слышно, блять. У него фулл 45-й шмот, нахуй. Одна только 260-я. Ну, пока не думаю про Магину. Надо сейчас подумать, кому же есть печенье к раздать. Я АФК дымю. Ага. Я не ебу. Маг, наверное. Магом чаще играет. Варом вообще его не видел тысячу лет. Ханту можно отдать, он бью ханту. Уже примерно знаю, кому отдам. Но остальные там на следующем, когда это полутают. Ну так, печеньки так еще в каре можно убивать. Я просто туда десятки вообще редко хожу. Есть люди, которые этим занимаются. Это ходит 2 недели уже подряд. Ну да, вот. И редко очень попадают в такие рейды. На этой неделе еще не было. А что у нас день. Поливали люди, что ли? Чуть не могу понять. Ты слотов дохуя. Или двое. Двое, по-моему, ушли. Им отойти надо одному на 20, второму на 30 минут. Охуенно. Так а что, а где, блядь, Сэджу нахуй это вот вся эта пиздота? Знает. Он пойдет спроси у него, где ты был. Ваня занят, пока пишет. История, которая... Челики уже торгуются, пишут, если за одну печеньку полутаю, то могу сходить. Я понял, блядь. Это кто пишет? На стресс. Кикать надо. Ты нахуй его. Ну, у меня не хватает миликов, я не знаю, как закрывать на груле. Нужно, чтобы танки руки закрывали, людей не закроют. У нас есть маги, блядь. А магов там не поубивает? Ну, не думаю. Глыба все же есть. Да похуй, блядь, ваншот-то не спасает, блядь. Глыба-то от ваншота не спасает. Угу. Ну, не знаю. Вон мы мишками с Мэтфоксом позакрывать можем. Это в натуре, Слава, это что за хуета? Пиздец. Прочка одевают, он типа ходит, условия ставит. Ты в Дисе нет вообще на стресс? Не знаю. Типа это кринж какой-то. И, типа, что за нахуй вообще? Ну окей, сейчас, блядь, все типа скажут, что, ну, типа дашь мне эту, блядь, на печеньку. Будет. Я сейчас вара создам, ты вообще нахуй ничего не получаешь там. Да не, у меня надо, есть вар. Надо просто это, ну. Вот смотри, вот по факту, вот ты, допустим, идешь на сурка, ты даешь там сколько? 14, 15, там, 16. Этот ДПС, он
там в целка, это там и в целка еще считается маленьким. Понятно, шема там нету. Но вот, допустим, когда Биг Дэм одевался, у него 18-19 под 20-ку было без шема. А шем стал уже за 20-ку. Вот поэтому, ну, дам я тебе печеньку. А остальные челики, вот ты на замене сидишь у КЗС, остальные челики могли бы эту печеньку утонуть и усилить статы. Ну, ты вот, ну, об этом, типа, если ты не думаешь, ну, я не знаю, если ты понимаешь это вообще. Я это объясняю, ты же, по сути, другие, мало кто это вообще будет объяснять, нахуй. Ну, типа, а так, ну, блядь, ебитесь как хотите, типа, блядь. Вот когда мы все 260-е будем, мы тебя пойдем одевать, да? Ну, ты тоже думай, как бы, я не знаю, блядь. Я понимаю, у тебя там ПВП, там, какое-то свое время личное есть, там. Ну, блядь, ну, если перс мало дает. Если я так буду всех брать, слабых, там, ну, возьму, заведу, там. И мы просто не убьем нихуя. Я-то это прекрасно понимаю. Я об эту хуйню обжигался много раз, блядь. Когда начинал релить. Я брал челиков, я их жалел, блядь. О, блядь, возьми меня там, нахуй, моим вагоном ебаным, нахуй. Потом получается, что ДПС действительно он как-то нужен, нахуй. То есть, единственный вагон в рейде это я, блядь. И я мало даю из-за того, что, блядь, надо что-то говорить, зачем-то смотреть, нахуй. А когда надо хилить танчить, там вообще пиздец жопа, блядь. Вот и думаю, блядь, вот как мне сейчас тебя взять в рейд и сказать, да, ты возьмешь печеньку, а остальные челики скажут, ой, ты долбоёб. Вот и думаю, блядь. Ну и вот, допустим, так вот, навскидку. 6 печенек, да? Вот, одна МВП Ханту, одна Закхан, еще остается 4. И Виланши 2, те на что, на ДД? Или на танка? Я не помню, на что те там. ДД и вроде не апнутый токен и танк. Вот ДД, но она в принципе дамажит редко, я не знаю, будет она дамажить, нет. Кому еще печеньки надо? Ну-ка быстренько напишите. Вот 4 печеньки, надо подумать, кому раскинуть их. Мама Зеку там надо, вон. Гандальф, вот, ну, новый друид, надо. До рейдов пока не добрался. Гандальф пока у КЗС не ходит. Вот, Магина. Магина. Три остается. Вот. Ушатастик тоже редко играет. Сколько тебе ушатастик надо? Да я играю это часто. Просто я в рейде у вас ДПС там дикий нужен. Да. Пасифея одну, например, вот одну пасифея. Мэтфокс тебе одну? Вот две остается. Это уже я себе даже не беру, блядь. Вот Элла Маунт, допустим. Ну вот Эйла Маунт еще две закинул. И как не вару? Давайте, если у меня вот челики не апнуты, которые в мейн состав ходят. Вот и думаем, блядь. Ну типа, давай шкаф сумуним, короче, кто есть. Хуй с ним, не хотят, не надо, нахуй. Еще раз здесь сейчас проспамлю, блядь, зайдет, может кто. Пидоры, нахуй. Я вижу, онлайн, нахуй, сидят. И мы челиков апаем для УКЗС, нахуй надо, ебитесь как хотите. Типа, может пугов еще взять, нахуй, им паролить печеньки с нами. Вам портал, слышишь? Ну да, если у нас чуваки сидят, типа, за печеньками, то можно и этих взять, пугов, с ними паролиться. Вот и думаю, на стресс. По Дискорде вкладке аддоны, там есть и ПГП, лутмастер, если что. Эй, вы портал, слышишь? Не, может, я не так понял, действительно, но я, может, сказал в ДС, может, меня тоже не так поняли. У меня другой вопрос, нахуй мы сейчас стоим, и просто он что-то... Подожди, ну сейчас, может, кто-то доберется. Так а как ты хотел, ты опиши, чтобы... Ну, типа, я вот сейчас посчитал, кому отдавать, я не вижу там тебе пока смысла отдавать. Там челикам надо. Напиши еще раз. Ты написал что-то на чили, там, хотя бы одну печеньку забрать, я уже не помню. Блять, я не знаю, домотаю до туда, нет. Могу. Я могу на чили сходить и еле нажимая кнопки, чтоб не шуметь. Ну, типа у него спят дома или что, я так понял. Если полутать, смогу одну печеньку хотя бы. Ну это что, это то есть, что-то говорю. Если полутать, смогу одну печеньку хотя бы. Ну, может, я не так понял, я хуй. На чили одну кнопку потыкаю, если мне дадут одну печеньку. Вот так это можно понять, по-другому никак. Братан, ты можешь на чили зайти и просто автоататами поплакать. На печеньку ты не получишь. Я не знаю, как правильно, типа, ну, понимаешь, с одной стороны, человек тоже думает, ну, я пойду, типа, вроде, блядь, буду нажимать, а мне печеньку не дают, что это, типа, за хуйня. Но не, все, о, же, консилятор, все же понимают, что в рейде падает не каждому по 10 печенек, а всего 6 печенек за эти 3 босса. Ладно, ладно, похуй, ладно, хорошо, в другой раз сходишь, но стресс, ничего страшного. Мы в 24 сходим. Попробуем так. Ну, давайте я выйду. Кто? Вместо ста... Я выйду, демон лог.
Ты с ума сошел? У нас наоборот людей не хватает, а ты выйти хочешь? Просто когда консул начинается, люди так себя ведут. Ну, типа. Пока что костяка плотного нету в гильдии, чтобы прям все четко понимали, зачем мы ходим сюда. Так, пока что, ну, я слабо могу влиять на людей. Ну, не хочет, наверное, я уговаривать не буду. Типа, пожалуйста, посиди, поотдыхай. Все равно его в ОКЗС пока не возьму. Все, это самое, слышишь? Все, хватит пиздеть, закройте рот, никто ничего не говорите, нахуй. Не пронусрется ничего. Все, он сидит, все, сиди. Печеньку, ну, сори, блядь, в этот раз не могу. Никто ничего не говорит на него, нахуй. Ну, на следующем КД посмотрим, может, одну закину. А есть вообще список, типа, кто будет вот так? Нету никаких списков, все в голосе, только что сказал. Заходим, ставлю эти метки. Кто на кубы будет плюса нити? Или я сейчас сам скажу, кто станет. Так, вот то кубы будут нажимать. Так, значит, Гомосек, ты трэш танчил, да? Ты, короче, этот, репичип в этого, подожди. Ты танк, да? Вилаша, Гомосек. И кто еще-то, блядь? А, репичип. Гомосек, Вилаша, Ушатастик, Репичип. Вот. Первый на боссе Вилаша, второй Ушатастик, третий Репичип, а Гомосек на трэше будешь. Так, теперь на метках. Вадикон, ну давай звезда, Дритон в лицеве, да? Респектимся. Давай кружок, давай ты в танке. Эммет Фокс, давай ромбик. Так, Лок, умеешь нажимать эту хуйню? И давай треугольник. Давай попробую. Все, не надо ничего писать, слышишь, на сразу не пишите ничего. Лок, нажимал эту хуйню? Эту. Ой, там Гамазек просит вкратце объяснить про трэш, что надо делать. Просто танчишь трэш и все. Это два ханта на пулете на Гамасека трэш с портала. Этот. Лок, ты тут? Да, я здесь, не слышно. Вот луна твоя метка, вон 3D метка стоит. Этот камень нужно будет, куб надо будет нажать и держать, ждать, пока 5 лучей в босса не попадут. Босс красными буквами в чат напишет: нет, только не снова, и только тогда можно отпускать. Если не уверен, если чат не работает, блядь, жди анонса, пока, когда скажут отпустить. Да у меня есть ДБМ, ничего страшного, нормально. Так, что-то я не знаю, рыбу ставил, нет, вот рыбы, короче, на всякий случай. Жрите. Так, я поставлю ауру брони. Так, нажимаем дам. Мне сейчас со всеми дамажить, да? Или сразу куба ставить? Со всеми дамажить, пока трэш. Ну, куба, когда уже босс двигаться начнет. Да. Так, Дэвич. Какой на этом, на Октеведоне? Второй, третий? Ты третий. Вилаша первый, Шатастик второй, ты третий. Все, подбегают мобы. Ну, фулл АОЕ. Ладно, хорошо. Попробуем. Гнев небес по КД давайте валемов. Присты хилы можете фернуть их, чтобы они отсюда отошли нам, потому что прилететь и заливать этих чертворцев. Ну, от КДшится также потом их добьем этих пидоров. Чертворцев бейте сильнее. Которые кастуют тут всю хуйню. Одного убили, следующего чертворца вот бейте. Вот звезду поставил. Быстрее добивайте чертворца, выберите и добейте, блять. Тут бесконечно этих пидоры будут появляться, блять. Вот все, теперь этих пидоров добиваем. Все, можно уже не фирять, просто добиваем. Кого больше напуливать? Кто первый танчик? Ваша первая. Так, запуск через 20 секунд.
7 секунд готовимся. Если сейчас за ТТГ не заебусь, может куда-то еще схожу. Геру фулл ДПС. Давай не заебывай. Ты что, вам нужен хелп? Да, да, слот есть, зайдешь. Дай мне салю по файнал боссу. Милик нужен будет. Да, салю по файнал боссу. Да, да, на груля пригодится. Ну там, чтобы челики руки спокойно позакрывали. Гомосек, смотри, вот ты пока бегай, прыгай, там скоро появится, ну, этот босс будет кидать луч в один из порталов, вот в тот, в который он кидает луч, оттуда будет твой трэш выходить. Там либо 10 маленьких бесов, либо 4 скелета, либо 4 демона. Вот их ты должен будешь танчить. Все легко там. Так, сколько там до печати? 10 секунд. Люди, которые назначены на кубы, стоим возле своих кубов, готовимся. По команде ждем. Только когда каст закончится, тогда надо будет нажимать. Я вам скажу, куда нажимать. Стойте недалеко от кубов. Готовимся. Так, каст закончился. Нажимаем 5 кубов. Нажимаем. Все, отпускаем, отпускаем. Бьем пока босса здесь спокойно. Как только все бесы выйдут, уже туда подведем. Фулл дамаг по боссу пока даем. Гнев небес, первый будет давать гомозек, который их танчит. Старайся не пропустить мобов, чтобы они были на тебе, старайся новому мобу, который выходит из портала, дать хотя бы автоатаку какую-то. Лужу почаще разливай там. Блять, Мэдфокс резали пичипа. Со под боссом залейте, милики. Все. Второй еще бежит, ловил. Все, пошли, подводим. Фулл ОЕ даем. Быстрее, репичипа. Танки там есть, что перехватить? Репичипу фулл баф. Подведите ближе. Еще босса ведите ближе. Ну, босса поставь. Кто там танчит? Ну, босса, подведите босса. Сейчас, аккуратно. Подвел. Ну, прям в этих, в бесов. Это тонтило. Так, да. Гомосек, готовься. Давай, стан, гомосек. Добиваем. Все нормально. Дальше босса бьем. Будет еще один каст. По кубам встаем, назначенные на кубы. Я каску обновил по репичи, по остальные бафы дайте, каску апу приставал. Вадикона хильте. Вадикона хильте. Так, нажимаем кубы. Нажимаем 5 кубов. Все, отпускайте. Все. Так, короче, тормознем по боссу, скелетов побьем. Отойдите от босса. Сейчас ставлю на моба звезду. Любой ДК грипните его сюда, я его буду фирять. Грипните и оковы ему в воздухе. Быстрее, милики. Так, я его буду фирять. Дал ему стан. Немножко прохилить придется. Сейчас буду фирять. Милики, бейте его. Все, фиряю ПКД. Сейчас следующую звезду поставлю. У кого притяжка есть, грипните еще моба следующую звезду. РДД остальных бейте. Канцелятор грипает. У меня когда грип. Сейчас я ему эфир дам. Дайте ему стан кто-то. Оковы ему дайте. Блядь, пиздец. Быстрее бейте. Все, к звезде идем. Мобов добивайте. Гомосек, к нам беги, только мобов на центре примерно оставь. Я же сдам. Сейчас смотрите, РДД все скелетов бьем, РДДшники. Вон моб идет, звезду поставил. Подводи к нам, РДД повернитесь. Не на босса бей, РДД вы тут. Звезду вот эту бьем, я его в фире покидаю. Кидайте ему оковы. Оковы киньте ему, чтобы медленно бегал, я его в фире покидаю. Все, хорошо, фул по боссу даем. Прожимочки, брусты. Вот и тем, что мы закроем эти рейды сегодня, мы освободим себе. Вот завтра будет пятница, мы завтра все освободим. Что-то можем еще закрыть. К примеру, тоже ЗС пойти 4 босса ебануть. Чтобы нам дальше на неделе было проще намного. Меньше работы. Вот. Сегодня РТ закончится, я об этом DC напишу.
ну тут лут быстренько будем раскидывать. Вот этот грудак вообще бомба на танка. Теперь у меня получается на ДК и на поле есть. Остается только кожаный выбить ревностный. Вообще пиздец. На мишку бы зашло вообще кайфово. Хули я пищу сам. На медведя нема? Ну, что-то не получается как-то. Там у троги всякие чарки себе крутили, у них этой хуйни, блядь, выпадало 10 раз нахуй. Вот этот восстановил. Хуй, да? Ну, блядь. Я не крутил, потому что нихуя. Не, ну чё, я чё новую метку крутил, ебать, 30 колов сделал. Я вообще не крутил. Я мотивацию на кота до сих пор не могу выкрутить. Уже 38 раз крутанул, блядь, не падает. Не оставляешь надежды, да? Не, я упорты, упёрты. Я хочу дождаться, блядь, знаете, можешь как... Можешь джагу тырить? А, блядь, сори, нахуй. Спасибо. Ты точно ее это обновляешь всегда? Конечно. Я на синюю поменял местами там. Через две кнопки они. Это же FPS. Как можно его не крутить, когда есть возможность? Я просто тыкал, когда бывало, что или паны не обновляют, или рейд без хэпала какую-нибудь десятку там ставил, чтобы немножко захилил. А, да, помним это. Я себе даже синюю на панельку не выставлял принципиально. Неба, тут посох падает. Так, по луту быстренько, значит, вот эта параша остальная, кроме печенья, которая упала, надо кому-то? Сразу смотрите, что выпало. Тринкарная хила прикольная вроде. О, триня, нахила, помойка. Сука, слишком много таких предметов говоришь, да? Блять. Чур не было. Ломаут нахуй, да заебал. Ну у кого нету-то этой хуйни? Гандальф. Да сука. Нахуй вы ролите, блять, вы видите, кто это кидает? Шо вы ролите, блядь? Да ёбаный в рот, блять. Забери ассистов. Консилятор ГЦ? Хуяно. Меломан, ты тут? Нахуя ты это делаешь? Ты смотри, нахуй, у меня видео пишется, нахуй. Сейчас ассистов заберу у всех. Здесь, блядь, чел кидает печеньку. Блин. Так, вот это на МП5 кому-то надо триня? Кто ее будет носить? Тестить там не тестить? Ну, это как бы холику, в принципе, можно, но она как бы помойная, честное слово. Она такой себе, ее как-то сдавать надо уметь. Ладно, один только гомосек просит, на забирает эту хуйню. Все, полетели на этого. На груля. На, нахуй, десанит, блядь, тебе. Параша ебаная. Печеньки потом дождешь? Да, да. После груда, да? Да, 6 печенек будет. Будем Писанит, устраивать раздачу, нахуй, кошерного предмета, блядь. Нет, не очень. Тебе на ДЦ нужна постоянная эта СПДшка. Слышишь, МВП Хант? Допустим. Я что хотел спросить, там триня вот эта ЗС, она тебе прям сильно нужна будет? Ну, прям. Но, которая со слепца падает. Ее ретрики будут лутать. Ретрики? Ну, блядь, ну сейчас такое не. Он про цунами говорит. Я про... Которая... Тот самый, как ГБЗшка работает. Ну, цунами. Да, я могу с кем задуэлиться? Мне души нужны. Ну, задуэлься? Ко мне. С кем? Не, я просто там... Ну, кто рядом там с тобой, где ты находишься? Просто... Если она тебе прям сильно нужна, я уступлю там тебе. Мне просто она тоже как бы нужна. Так, лог-демон появился в гильдии. Заебись. Чё тебе лог не, пока это не стошнило еще от этих рейдов? А то челики говорят, блядь, говорит, как эти рейды заебали. Одну и то же, одну и то же. Или чё? Чё там в той гильдии закрывали? По КД, ЗС и ОКО. И редко ТТГ-25, редко ТТГ-10. Это очень редко.
целка 25 ГМ, ой, ХМ, точнее. ГМ вообще не ходили. Кару ХМ тоже вообще не ходили. Не понял. Ну ты ни в каких десятках статиках не был, да? Я был в статиках, но они развалились, потому что я с Альянса прошел. Ну, надеюсь, останешься у нас. А то с луками беда, они то есть, то нету. Рейд без луков, вообще это пиздец. Шкаф. Может, после длинного кару пойдем? Я не знаю, сейчас рано об этом думать, сейчас надо два босса убить. Можно один вопрос? Кому? Тебе лук? У тебя есть твины? Твины есть. Так, разлем тебя с радостью в субботу в льду. Хорош. Это второй, это волонир наш. Если в субботу у льда закроется за час, собой даст дополнительно 500 ЕП всем. Какое 500? За час, блин? Да ладно, он невозможно. За час. За час? Возможно. Лично видел. Тебе нужен мой лок. До этого нам еще постараться надо. Давай, лок, ты в инсте там, нет? Подлетаешь? Нет. Просто суманите меня. Суманите лука, кто там у камня, или выйти, кто-то суманите его. Потому что я камни только что делал пару штук. Форманул? Нам хватает миликов? Да, да, теперь вроде как хватает. Ну, допустим, я и Мэтт Фокс позакрываем. А, еще Хант там, блядь. Так, ну, Вадикон под ебало встанет тогда. А, подожди, Ушатастик. Так, сейчас подожди, покурим. Ушатастик пойдет закрывать со мной руки. О, так нормально. Мэтт Фокс под ебало с Вадиконом. Нормально. Вот, теперь все заебись. Теперь все охуенно. Все, давайте в инсте шкаф поставим. Давай, мы тут уже ждем. Так, возьму ару брони. А что это за раса? Вот это вот дракон, это драктир или как это называется, эта хуйня? Драктир, да. А что, она заебись, типа? Ну, для Капала она прям вообще охуенная. Она там дает, по-моему, 5% прироста СПД твоего интеллекта. О, нихуя. Я тебе просто раз свой покажу. То есть это вот эта хелска. Это вот самое интересное. Прожимка. У них на самом деле еще стойки бьют вообще охуенные там на флоты. Там вообще для протовара какого-нибудь там вообще заебись раса. Ну типа по сопротам. Давайте принимайте сумон, там Мэтт Фокс, Танада, Сушатастик. Сумунич, я так понял, я буду составить у кого-то статики, да? Не лечу. Нет, у нас нет статика. А, супер. Валик, можно попробовать, но не сегодня, наверное. Там посмотрим. Если завтра на ЗС не будет рейда, может быть, свожу. Я не против ВВК. А статик 25-ки? Танатоса еще нету. Ладно, пошли бить пока трэш, Танатоса потом еще сумнем. Не знаю, может, он ВВК просто. Пошли пока трэш хуярить. Использовать эфир с людей. Достаньте, пожалуйста, Вуду хилы петов. Сделайте, чтобы Громила не бил рассекающим по миликам. Поставьте его. Сбивайте хилам. Проведи его дальше. Вот, чтобы у него спина на жрецах была. Косты сбивайте. Диспельте обновление с хилов. Диспельте эфир с танков. Вот этот каст сбивается. Вот, это другое дело. Значит, у Шатастик будешь на двоих. Киллер и король. Ваша будет на Локе. И печи будешь на... Кто он, блядь? Типа глаз. Будешь ему каст сбивать ударом щита. И молитвы исцеления. Ну а гомосек, соответственно, на кроши. Сколько он там кастует этот свой каст? Раз в сколько секунд? Вообще не его. Ну, раз в столько секунд, что у тебя откадешится. 10-секундный твой. 12. 10 должен быть. Посмотри. А, у меня 12. 12. Должен быть 10. А я говорю 12. 10. А я говорю 12. Линкани просто. Линкани просто.
Удар щитом. Так. ГМСек, ты вот это... 12 секунд. Держишь крест в кресте. Хуёво, блядь. А чё, у тебя талант не взят? По-моему, талант какой-то берется. Если оглушающий удар его станет, туда могу. А обет молчания, это, по-моему, талант. Это какой я, талант? Ясно, нахуй. А, какого-то... А, не. Или чё, или нету такого таланта? Или я объебался? Есть. Ну, типа... Где? Где он? Нет. Нет, это... Да. Нет, он... Ну, обет молчания берется вообще в протоваре. Это он сало дает после этой хуйни. Но АКД он не снижает, что ли, на эту хуйню? Нет, не снижает КД. Ну, твой слепоглаз, короче, вот луна. Его недалеко от ну, крестика. Ну, я попробую очень там его сбить. Чем... Главное, ну, да хватит, блядь, там этой хуйни. Тебе только молитву исцеления сбивать, что-то не еби мозг. Вот Кеглера и короля, треугольник и звезду держит ушатастик. Знаешь, да, там, куда упереться в факел там жопой? Угу. Вот Олма, череп держит и Вилаша. С пула открываются мобы, никто их не бьет. Ждем, когда это... Как он называется? Танатос АФК, я понял, нахуй. У меня АФК пишет, суманите, пожалуйста, шкаф дайте за мной. Это шо за ЛГБТ лучи, ебать, алло, нахуй? Дайте шкаф суманим. Ставлю так. Да ебаный в рот, блять. Отойдите хоть от шкафа, а то вместо шкафа по вам попадаю мышкой, нахуй. Ну это уже старость. Я понял, блин. Ванёк, а нахуя ты гнома переделался? Что, неадекватный? Даю отчет, пока ничего не бьем. Смотрим, кто первый откроется. Так, открылся крош. Пока не бьем, там агра нету. Вообще не трогайте его. Там щиток немножко. Щиток бы сбить, конечно. Бомбы не забывайте. Это, стаунти быстрее, это умрет рейд. Не бейте, сука, вы что, невменяемые? Не бейте, не трогай. Эй, не трогай. Он не успеет стаунтить, шар попадет в рейд. Вокруг на 10 метров, кто, в кого шар полетит, все сдохнут нахуй. Там 40 тысяч урона. Вадикон, смотри, не обгоняя этого гомосека. Не бейте, почилите, потом, блядь, побьем. И когда будет заканчиваться гомосек, там это самое. И выносите огонь с рейда. На вас живая бомба кидается. Когда будет заканчиваться, босс может повернуться на рейд и его стаунти. Так, Эвилаша, давай не зыбку. Так, захиливаемся. Так, сейчас он... Все, он же опять открылся. Все, бьем его. Репичи по не уроните. Сколько у него там? Ты далеко так стоишь? Здесь. Ты можешь поближе к кресту стать? Ну, немножко сюда, чтобы хилы тебя доставали. Давай, попробуй что-нибудь. Ты о хилах-то думай. Ветер ДДшники этого пидора еще раз. Короче, на следующей хуйне будешь, когда скажу гомосек массакру давать, и транквила будешь на хп читать. Готовьтесь. Короче, смотри, next на холм открывается, мы его ебашим. Отвечаю. Это, милики, ну-ка давайте собак зауешьте вот этих. Они банятся? Может, меня забанить? Не надо ничего банить. Не надо. Убейте собак просто. Милики, убейте, нам мага все равно не забить. Ой, блять, каст хил не сбил. Прошел. Сука, репичип, как дела у тебя, нахуй? Ты что там, уснул, нахуй? Не знаю, где-то, видимо, уснул. Походу, давай, массакру, давай, гомосек. Транквила на хп читай, быстренько. Быстро хилимся. Собак бьем, милики. Слепоглаз открылся. Стаунти, маба, гомосек, сука, ты уснул? Отдай сюда эту собаку, нахуй ты ее к себе привел, блять. Че ты делаешь? Милики, бейте собак. Вы глухие, совсем невменяемые, блядь. Бейте собак вот этих ебаных, блядь. Выбирают собак, ебаный рот. Гомосек, блядь. Я тебе говорил, блядь, когда босс закроется, стаунти его. Ты его аж на в рейд допустил, блядь. Кули ты теперь там стоишь, блядь. Нагро набирай на нем хоть какое-то. Собак убиваем, милики. Таунти вела сейчас собак с нас, а то они нас шотнут. Так, что там, луна скоро будет закрываться, надо будет большой каз сбить, готовься. Гомосек, смотри, когда откроется крош снова, ты это самое, он сможет ходить, ты его сразу отведешь в крест. Надо сбить это каз,
Надо сбить. Я знаю, я жду его. Смотрим, кто следующий откроется. Открывается кеглер. Пошли кеглера бить, милики, нахуй. Показываю гайд, как бить кеглера, блядь. Вот эта хуйня, не подходим. Вот дальше подходим, бьем. Дайте нервы, пожалуйста. Отбегаем. Подбегаем, бьем. Отбегаем. Подбегаем, бьем. Вот так делайте ПКД, чтобы хилы не напрягались. Так вы бейте, я отошел, он в меня хуярит же, это молния. Она миликов не задевает. Ты имеешь в виду? Я отошел, он в меня... Вон он по нему бьет. Его хуярит, да. Вот. Слепоглазие. Он отошел, вы стоите просто... Я с королем, видишь, в стороне это... стою, он в меня цепнука бьет, это... вас не задевает. 300 к ему. Хуя ты гений. Ты про вот эту сокрушающую молнию, что ли? Ну-ка, давай попробуем. Да. Она не работает, да? Муха, да. Вот сейчас захиливаем, а челиков с маной захиливаем, хилы. Все, сейчас он закроется, милики пошли уже отсюда. Сейчас другой откроется. Забери его, стаунти кеглера, кеглера стаунти. Открылся кто? Кроша, отводи Кроша. Кроша. Собак. Блять, ёбаный в рот. Отдай собаку сюда. Милики, собаку бьем. Собак всех бьем. Вы заебали, что вы делаете с ними? Быстро бьем эту и возле лока. Все сюда подводим и увешиваем их. Но ДД пока по крошу играет. Мусека не потеряйте. Вот он новую вызывает, мы еще старую не добили. Вот стан собаки, фул ДПС. Так, что там? Значит, ты вела, что не зыбка будет. Готовимся. Ну вот история, что собака разъебала? Меня откинуло, и во время откидки мне попал... Фаермагу пролетел, да? Бич! Этот, пятая пати друид... Ресой, не зыбку. Эламаунт гим на хп срочно. Хилимся. Собак бьем. Кеглер активировался, пошли добиваем. Друид пятая пати, новый хил, который рес их историю, вторая пати рога. Пошли добиваем кеглю. Кого со спины надо бить. О, блять, в овцу превратил, я понял. Да, меня тоже. Все, стоим, чилим, ману ресаем. Значит. Друид, подойди к королю, там тебе шатастик даст иннер. Друид инвалид, дай иннер по эламаунту. Вадикон дай по Варахелю. Я отдал. Амут Фокс дай по Гандальфу тогда. У нас порисует пока. Об что-нибудь. Через 10 секунд кто-то откроется, сейчас посмотрим. Если будет череп, то Гера фулл ДПС. Диспелить надо будет проклятие. Это 3 мага. Слепоглаз открылся. Бьем РДДшники только. Кто у нас там топ с миликов ДПС? Иди консилятор побей. Я уже бью. Ну, ты побей, иди консилятор еще побей. Немножко ДПС прибавить. И Закхана сидит уже хуярит, уже вроде нормально двадцатку должен дать нё. Ну, по итогу все идите хуярить, да? Не, все не надо. Слишком дохуя захиливать. Остальные милики, вон, бьем собаку. Да, в принципе, может задушиться сейчас. Че, умрет, да? Че, собаку добиваем? Крош, РДДшники добиваем. Ну там. Секунд 30 почилим, наверное. Это хилы. Сейчас кроша добьют. На лока повешайте синюю джагу, ну, это, на олма. И об него автоатакой порезайте манусе. Вот я синюю джагу кинул. Подойдите автоатакой, побейте. Три приста, друид и Вархель. Бейте автоатакой. Спета, пожалуйста, Хантовского тоже диспольте проклятие ебаного. Как лок откроется. Консилятор, сопни урон, ты олма срываешь. Да там баг какой-то, блядь.
Готовьтесь, сейчас как откроется, сразу Геру и фулл ДПС. Готовимся. Геру, фулл ДПС. Собак, это... Красноязыч, не забудь. Красноязыч, да, лог закинь на черепок. Дай этот, Вилаша, войско кастани, там агро у тебя набрано. Кастани войско, чтобы собаки эти миликов не пощелкали. Фулл ДПС по локу даем. Есть массейв давать смысл вообще? На... Слушай, я не знаю, если типа фишка с косноязычием работает... И... Ну, хоть я дам там на завершающем. По сути, видишь, в чем трабл? В том, что если мы сейчас до берсы его не успеем добить до коста, то он сразу откроется, а собаки при этом живые. То, скорее всего, может и шотнить нас. Ну, типа, ну, видимо, ДПСа не хватает. Вот видишь, сейчас смотри, он начнет каст. Но при том, что это последний моб, и король его активирует заново. Вот, под костом, по сути, за каждую собаку он по 10 тысяч урона наносит. То есть сейчас либо вайп будет, либо я хуй знает. Либо... Ладно, я зайду тоже ШВ на всякий случай. Ебать, дамаг, просто по дамаг двумя. Прошел какой-то, да. Но там потому что и незыба была, и ШВ еще, прикинь, там что было. Там еще у нас сакра была. О, тем более, блять. Я еще и свой сейф нажал. Как же прощил, что сейчас въебутся. Скинулись просто, называется. Значит, что если бы скинулись, минус 3-4 тела было бы точно. Да мне кажется, там полрейда бы шотало бы. Мелизону засчитовываем. Хорошенько брахиливаем. Убьем похуй. Войд, а короля сейчас как убьем там будет? Ну где-то минут 5, может чуть меньше. Не знаю, ну да, наверное. Я, ну просто хочу квест сдать. И взять новый на этого крыла. Хорошо, ну портанешься, там тебе портал поставим. Ну да. Зачем ты напомнил про этот квест? Я забыл, что у меня квест еще есть. Ты забыл кровь собрать? Я забыл, что у меня на престе квест. А-а-а. Да. Чую, да, чем пахнет? О, как дела, милики, все в овцу превратились. Шипнулись все. Вот Пок Зе. Ты хоть ладно. Бля, а я на охоту квест взять забыл. Бля. Тоже? Подожди. Да, а я в вышке еще не был. Ха-ха. Ну я тоже не был. Ну пойдем в вышку сходим. Ну да, я. Мы сегодня с Ваней такую обучку сходили. Я боюсь, что там было. Во время бойни линкуется квест? Утали на двоих. А там же груль нужен. Да, там уже все равно. Ну проебано все. Ну, у тебя есть грим-обычка. Я помню, история была, как я заснул это. Груля убили, а на Магельдоне я заснул и меня кикнули с рейда. Все, я полетел квест. Сдам, возьму новый по-быстрому. Так, сейчас я заберу всю эту хуйню. Где я, блядь? Четвертый патч. Так, пояс никому не надо. Мы же пробегаем, правильно? Пробегаем. Только надо дождаться всех сначала, чтобы все были, а то кого-то забудем. Да главное, что тут долог пробежал, Все, побежали. Давайте. Лок, смотри, не сдохни. Да, можно, можно, гомосек. Пошли, побежали. Пуху вам обоим надо. Ну паролите. Блять. Ча, убьем босса и разберемся. Вы далеко так падаете, кто-то, пиздец. Ну вот примерно тут, на первой, на это желтое. Нашел же, да? Падайте, смотрите, чтобы полностью мобы сведились. Так, тр-
Транквила. Транквила, что ты там стоишь, блядь? Ну, ладно, похуй, стой с умнём. Я отходил, я же написал. Бля, интересно, до сюда мастрец достанет? Достанет. Шутка, нет. Не достанет. Давай. Я же говорю, что не достанет. Вставай. Ставлю шкаф. Давай, ладно, суммоните. Так, тыкаем на суммон. Так, руки будут закрывать репечи, в ДД будешь, под борт и балом будешь стоять. Я буду руки закрывать с шатастиком. Хилов у нас вообще... Пока в танке уши подскрываю. Так, кто там... с милизоны может анонсить, когда вам забегать, когда выбегать, шарите. Забегать после адского. Такс. Вливание суммуньте, конспектнусь. Че, уже готовы все? А. Если готовы, то окей. Охуй, на этот квест. Да, квест, блядь, дайся хотел. Уже погибель ёбнуть. Не успел, что ли? Да, там похуй. Еще у кого-то есть алкашная баночка? Лишь бы баночки тебе. Кстати, Слава, что там по голосованию по итогу? Все себе, видите, классно. Я не смотрел итогов. 12 за, 8 против. Ну, типа, учтите, что если 8 против, то тогда, скорее всего, воронки вы будете себе сами покупать на открытии. Значит, на боссе. Босса танчит Вилаш АМТ, на нее напугу. Гомосек, с ней вместе стоишь по КД. Значит, руки закрываем я и этот ушатастик. Остальные, первая-вторая пати, вы полностью стоите под ебалом. Где стоять, сейчас напомню, вот там решеточка такая. Наш уже знает, что делать. Кто это будет анонсить? Это их история. Давай ты анонси, там, когда выбегать, когда забегать. Чтобы вы не вайпнулись. Чтобы адские не получили. Ну, Ваня не может пишет. Ну, я хуй знаю. Так, ой, то еще раз оно это закрывает руки. У меня такой вопрос. Давай, или Вилани, или Консилятор, или Вадикон, кто-то с вас может анонсить эту хуйню. Звезда кружок руки закрывает. Да, оно стрёмно просто. Я-то, ну, понимаю, что в адский типа не надо попасть, а после адского, ну, надо забежать уже под ебало. Ну, учитесь. Давай, там 2-3 вытешеломляющих стоять. Учитесь, старайтесь это понять, как это делать. Ну, чтобы люди не наебнулись. Ну, типа, раз вы понимаете, будет понимание уже. Все, давайте, даю отчет. С пола не заходим под морду. Где история? После адского заходим. Забегаем. Я подлесу быстро. 8. Кто-то не зашел. 9. Да. Ну вот, кто-то ложимся. Не зашел. Ложимся. Кто-то не зашел. Закрывайте руки, руки не закрывайте, выйдите. Ой, блять. Вот как так сделать, чтобы понять. Дайте диван. Этот пидор же, он же еще кастует, нахуй. Какой мудак не зашел, нахуй? Уроды, блять. Репчип, ты в дисе? Я в дисе. Да какого хуя в танке? Я тебе сказал в ДД спекаться.
А, в ДДМ, все. Ты бич совсем, блядь? Это ты не зашел? Ну, есть такое. Я зашел. К сожалению, но я зашел. У тебя не было урона вообще от этого, кстати. Не было урона. Я вообще в ахуе. Я зашел с вас, блядь. А, ты бог ДПСа? Тогда да. Был урон, конечно. Сука, я просто в ахуе, блядь. Есть у кого? Я не зашел. Все, идите в жопу, блядь. Есть у кого встань, блядь? Я прибежать могу порезать. Ну, давай. Я говорил же, дайте диван. Что, блядь, непонятного, блядь, главное все говоришь, люди, я хуй знаю, не мушей пропускают. Первая, вторая пати, еще раз повторяю, блядь, под ебалом стоят. Под ебалом два танка танчит, Вилаш и Гомосек. Или печи в ДД, нахуй. Прослушал ты эту хуйню, блядь. Вайпнул рейд, блядь. Я забежал вообще, какой вайпнул рейд, что за я? Ну а кто не забежал один, нахуй? Ну я хуй знаю, кто не забежал, то. Ну вот и все, нахуй, заебись, блядь. Теперь, блядь, вместо того, чтобы босса убить, мы бегаем, нахуй. В догоняшки играем. Блять, вот как нельзя понять, блять. Сколько раз ходим, блять. Давай это. Лок. Где лок? Рисуем лока. Я его рисую. И быстренько шкаф ставим. Кто там рисовался, сейчас их суманем. Лок, вставай. Что это у меня? А, я протопал, блядь. Лок, давай шкаф. Прием. Пиздец, блядь. Лок, ты тут, не? Кто согрел? Спулили. Да ебаный вот. А это я случайно по этого резнул, он там возле долгого резнулся. Не беги сюда, не беги сюда, на кого он сагрил? Бичи, блять. Да уже все в бою все равно. Вы чё, мудаки что ли со своими петами обоссанными нахуй? Вы не можете их убрать, блять, куда-нибудь нахуй? Нет. Это мой пет. Тут сирентр. Бичи, блять. Покиньте тело нахуй, ждите пока вас суманут нахуй. Снимай рез лока. Лок, у тебя камни есть, надеюсь? Ты тут? Да, я тут. Если... Я просто сижу, кушаю. Я понял, бля. Чё, камень, шкаф нельзя поставить, блядь? Тыкни шкаф и ешь дальше, чтобы сумонили. Тыкните в шкаф. Резайте. Меня резните хотя бы, потыкаю на сумон, блядь. Остальные вставайте, покидайте тело, сейчас вас сумонём, блядь. Сидите вы, ждите сумона. Так, тыкаем на сумон. Финал босс, ты тут, Диси? Кто, он, может, не зашел, я хуй знает. История, ты заходил? Ну, он вроде был по урону. Ну да, был. Ошеломляющий. Да там ошеломляющий, нахуй, не один был. Там дальше он еще дал. Там мог кто угодно быть уже, блядь. Первый, блядь, какой-то один мудак забежал, блядь. Финал босс, ты тут? Видишь, не отвечает нихуя. Финал босс, прием, ты тут? Диси, нет? Блядь, давай я с ним стану. Да, он в Диси. Ты под ебалом стоял там? Угу. Мы четырьмя локами ловили в лицо. У нас связка душ есть. На сумон ебаный, блядь. Не надо никакие связки душ. Это давно было. Было давно и неправда. Дайте быстрее, бля, неохота тут сидеть, нахуй. 1000 лет, блядь. Шутастик. Отойдите от рыбы, блядь, я не могу тыкнуть. Хуёво, когда тыкнуть не можешь. Я бы с камеры, конечно. Да, очень хуёво. Ай-яй. А я бы такими. Не торопись, Слава, с пулом. Подожди, сейчас все там сюда придут.
Лок. Алло. Я тут, если что. Лок. Так. А, похуй на лога, потом присоединится. Доест. Дает что. Ну тоже, может, кто-то есть хотим, блядь. Сидеть тут час не прикольно из-за такой хуйни. На дворе. Вот сейчас он, этот баф на нем, поток пламени закончится, он будет адски кастовать. Вот. Гера с пула, да, уже должна быть. Теперь он под ебалом стоим. Вот. 10 стаков, отлично. Вот, стоим еще. Сейчас стоим 2 или 3 удара, да? По КД печки смотри просто. Угу, понял. Ну, я уже примерно понял там, что к чему, когда танчил. Вот этот и следующий еще стоите. 3, да. 3 удара и печка. 3 удара и печка. Смотри, Эвилаша, там подметь такой момент для себя. Вот. После этого все выбегаем. Вот. Обжигай босса. Обжигать как, надо. Как только появится. Вот дальние руки, ага, я в центре закрою. Вот. Все сейчас за спиной стоят. Вот этот ошеломляющий, два танка только ловят вместе. Вот тут не зыбку даешь. Да? Адский. Да, вот сейчас все забегать будем. Зашли. Вот, сейчас за следующего ошеломляющего еще время есть, поэтому ну, как бы не спеша заходим. Вот и также три удара ловим. Отойдите оттуда, вот куда шар прилетел, там огонь сейчас разольется. Отойдите оттуда, кружок. Вот сейчас, короче, смотри, огонь появится, ты его сразу не обжигай, сразу не шевели его, жди еще один удар. Вот скоро босс будет удар кастовать, и потом уже его обожгешь. Вот уже на ударе можешь обжигать сейчас, если он вот кастует, все обжигай, все, идите за спину. Вышли. Блять. Адский. Зашли. Угу. 10 человек под ебалом. Все отлично. И также. А, блядь, адский. Одного не было, пидора какого-то, блядь. Хорошо, успели выйти, да? Подъебало. Все собрались под лицом. Подъебало. 10 человек, сука, проверьте, кто-то там нахуй. Вархель, блядь. Заебали, блядь. 20, хорошо. И третий еще будет. Ждем третий, и после него уже будет обжигаться босс. Третий. Все, идите за спину, скоро будет печь. Выбежали. Ага. Не знаю, кастанет он четвертый, нет, или сразу адский даст, интересно. Да, адский сразу. Все под лицо. Ага, успейте добежать. 10, хорошо. Ой-ой, как больно. Так, этот удар еще следующий стоит и подъебало. 20. Кто руки закрывает? Звезда, кружок и третью руку РДД. Потому что мне что-то очень сильно на 12 тысяч порезало. Ой, на 22. Так, выходим. Руки, помогите сзади быстро, кто-то, блин, конитесь. Ага. Да ёб твою мать, вдвоем в одну руку. Ничего страшного. Ничего страшного. Так, сейчас что будет? Ошеломляющий, ага. Вот на него не зыбку давай. Сейчас будет адский по рейду. Давай не зыбку. Адский, сейчас захиливаем рейд. Под лицо забегаем. Захиливаем. Так, шарик огонь разливается, там отойдите. Так. Руки закрываем. Пейте там быстрее босса, блять. 30% еще. Еще два удара ждем. Так, этот и следующий. Там будет печка, если огонь не шевели, босс. Блять. Какого хуя? Не было, да? Кого-то, блять, под ебалом нашеломляющим. Так, ну, я не знаю, как это уже, блять. Это супер быстро резать надо как-то, нахуй. Вот, ну, вот сейчас... Рибера есть. Кому-то под лицо встать. Этот.
пятая пати друид Ирис его дикона. Ну я хуй знаю сейчас. Видишь, он сейчас адские будет по КД давать нахуй. На, пизду нахуй. Уже можно хуй сосать нахуй. Все, спасибо, ребята, блядь. Всем за рейд нахуй. Транквилла, блядь, исчезнет босс, отойдешь, блядь, к стене нахуй. Быстрее сдыхайте. Какой-то мудак нахуй не забежал. Мне вот интересно, этот мудак знает, что он мудак? Так в смысле, мы же стояли, это третий удар был, нет? Беги, Транквилла. Кто-то выбежал. Ну, я не знаю, вот кто выбежал, этот мудак нахуй. Он и есть нахуй. Блять, вроде все делают нахуй. Ну тут на нахуй под конец, блять, надо вайпануть рейд, блять. Встаем, блять. Ставлю рыбу. Сука, как так, блять, не понять. Вы еще, может быть, в руку забегаете нахуй. Вот вы выбегаете, вот тут вот ставится рука боссом. Если вы в ту сторону выбегаете и попадаете в него, вы замедляетесь нахуй. Может быть, на этой хуйне вы вайпаетесь нахуй. Сколько уже, сука, можно, нахуй, на этого босса ходить? Главная тактика, сука, никого не интересует. Надо, чтобы, сука, человека провели и за ручечку его отвели. Ты вот, блядь, сюда встань, нахуй. А сейчас вот сюда встань, нахуй. А сами мы понимать нихуя не хотим, блядь. Ну, так кто говорил, что ему от руки там прилетело сколько-то там дохуя? Да это лоб, по-моему, говорил, нет? Это лоб. Да, мне 22 прилетело. Бегай, я хуй знает, поможет это или нет, блядь. Ну какой-то мудак, он не забежал под босса, под ебало, когда надо 10 человек, чтобы ошеломляющие ловили. Его не было там. И поэтому шотнуло миликов. Они не успели выбежать, они не успеют. Секунда, каст идет, они не успеют, сука, выбежать. Чтобы этого не было, блядь, дрочево вот этого, нахуй. Нужно либо танку успеть, блин, кануться, танк тоже не успеет, нахуй. Это надо пиздец, надо заранее знать, что вот ты смотришь на стаки под боссом, там 9, ага, сразу отворачиваешь, нахуй. Не среагируют люди, нахуй. Для этого, блядь, стоит 10 человек, нахуй. Тем более, каждый адский, он увеличивает огненный урон от босса, блядь. Мы просто потом поляжем, нахуй. От обычной дотки. Давай, шкаф, где там Авелания и этот? Вы что, резнулись или что, блядь? Маните, да-да-да. Ну, я чисто для подстраховки побегаю. Ну, побегаю. Если кто-то один не шотнул варит. Я просто в ахуе с такой хуйни, блядь. Я тоже для подстраховки побегаю в метаморфозе, чтобы меньше урона получить. Ну смотри, как бы не сложило нас, блядь. Вы смотрите, там за каждое тело дополнительные стаки. Слишком много-то не надо страховать. Ну пусть Варахель один бегает. Он латник, но брони нормально. Лок, ты готов? Угу. Сидит, жует что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас вы понимаете, да, что адский будет 40 тысяч урона, только два танка под лицом. А вот после него сразу под босса подъебалось. Забежали все. Геру шпула надо давать. Гера, да, должна уже висеть. Хуёво, когда висит, конечно. Ну, с ним уже ничего не поделаешь. Виагра в помощь. Как говорится, даже она не поможет. Тогда должно ли быть того, чему помогать? После этого все выбегаем. После этого, да, выходим. Ага, на дальние. Господи. Чуть не сдохли сейчас. Так, адский. Ну вот видишь, босс ебаный, да. Ну вот эту хуйню обычно не зыбку. Надо такой. Мы забегаем все под лицо. Шарик прилетел, смотрите, там огонь сейчас разольется. Ты лучше эту испить в МТ давай. В эту. В Вилашу. Там. Он горит уже обожженный. Уйдите, надо выходить.
Уйдите, уйдите. Убегаем. Нет, третьего не было. Вот сейчас адский будет через секунду. Сейчас, вот, да. Вот адский сейчас. И уже возвращаемся. Вернулись все. Главное захиливать рейд. Что, руку кто-то не закрыл, да? Спасибо, нахуй. Воина поднял. Под морду поднял, сразу хильте его. Друид-инвалид, рез у шатастика. У шатастик резнишь лока. Лок, сука, не забегай вообще никуда, нахуй. Стой, чиль, нахуй. Ты, походу, сейчас... А сроки будут резать и быстрее, блядь. А там КД, нахуй, КД. Всех. А мы, блядь, на прошлом вайпе повеселились, нахуй. Быстро руки а, закрываем. Все. У кого БР есть еще? Диком потратил там. Проебете руки, будет вайп, нахуй. У кого есть БР, быстрее, блядь. Ни у кого нету больше. После этого выходим, да. Мэтфокса есть, нахуй. Мэтфокс, резай у шатастика быстрее. Пока ты там чилишь за спиной. Быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас тебе под ебало надо уже бежать. И под лицо вернулись. Все, шатастик, вставай. Мэтфокс успел вернуться под лицо. Убав по шатастику. Руки закрываем. Закройте руку. Я не центральную могу. Руку. Там, я в ахуе. Что это за хуйня, нахуй? Совсем мудаки, блять. Ты кого резал? А, Лука, да? Ладно, похуй. Лук, сука, ничего не закрывает. Еще один стоим. Пиздец, нахуй. Я просто... Я не знаю, что сказать, нахуй. Это говно какое-то, блядь. Два танка руки закрывают, они еще руки проебывают. Это ты, Лук, нахуй. По-моему, ты в руке сдох. После этого все выбегаем. По-моему, это был ты виноват, нахуй. Руки закрываем. Сзади руки. Лезешь, сука, в руки закрывать. Там кто под лицо, не закройте случайно руку. Только скажи, что это не так, блядь, Лук. Или это ты, блядь, или я не знаю, кто это вайпнул, нахуй. Рядом со мной, блядь. Ну, я и говорю, это Лок, нахуй. Я под лицо. Веселится, нахуй, бегает. Не закрывай нихуя, я вижу твой дебаф, нахуй, сейчас. У меня нету дебафа. Все, блядь. Потом да расскажешь, им, да. Блядь, в школе, блядь. И потом по видео гляну, блядь, кто это сделал, нахуй. Вот это вот. Пиздец, я в ахуе. Ну, Закан еще там подменить умер. Вархель там забегает. И БР по 2 минуты, КД еще нахуй. Охуеть. Вот нахуй. Я не понимаю, да? Выбежать надо. Или бежать, выбежать. Угу. Обжечь. Руку слева впереди. Руку. Все под лицо. Че с боссом? Я ничего не вижу. Стоит ход еще делать ему. Сильно близко к вам подошел, поэтому не видишь. Мне тоже эта хуйня мешала. Пиздец, как за Ханыч дух нахуй? Из податского не вижу. Я сам не знаю. Нет, он, по-моему, руку поймал, да? А я хуй знает. Я дебафа не смотрел. Но мы за спиной, когда были, ты получил урон. Мне кажется, ты от руки схватил, и кто не закрыл ее, поэтому ты взорвался. Может, кстати. После этого все выбегаем. Соберитесь, блядь, давайте. А печки-то нет? А вот она. Готовьтесь. Mm-hmm. Сейчас, короче, на ХП будет транквилла читать. Готовься, когда скажу. Так. У меня КД, я уже читал. Хуёво, хули. Гэндальф на ХП читай. Читай на ХП сейчас. Сейчас забегаем под лицо. Закройте руки. Рука сзади одна, под боссом. Я понял, нахуй. Блин, кто опять встал рядом со мной? Уроды, блядь. Ты как вздыхаешь все вообще, блядь? ДПС крутят, нахуй. Я хуею просто, блядь. Ну, я в руке в медведи стою и вздыхаю, я знаю, как это... Руки назад быстро и бежим, блядь. У звезды рука одна не закрыта. Вон она, блядь, в углу в самом. Спасибо, нахуй. Бичи, блядь. После этого выходим. Выбегаем. Кламант, у тебя на ХП есть? Вроде у тебя. Масса крудом. Ясно, нахуй, нихуя нету. Давайте под лицо и дефы все прожимайте. Ну, сокру дефы на всю хуйню. В центре рука. В центре быстрее.
Доколупаете, блядь, 10 лямов, нахуй. Да нужны. А что на следующем маске? Кто знает. Такого бесерии я давно не видел, нахуй. Как бы там на печеньках время не вышло, нахуй. Придется их себе. Придется себе их забирать, нахуй. После руки, этого выйти надо. Руки. Руки за боссом, руки закройте. Я вахую, нахуй. Я просто вахую. Вы слепые совсем, мудаки, блядь. Пиздец, даже руки не закрывают. Уже просто хуй положили, блядь. Выходим? Выходите, да, конечно, да, надо отжечь уже давно. Два ляма. Короче, стойте за спиной сейчас, этот. Захильте, дайте ребаф. Массакру дал. Ну, нормально. Такой хуйни давно не видел, блядь. Мне не это, в Try to Kill видел такую хуйню, там танк за всех всю работу делал. Вот тут диджив стоит, вот тут стоит пати, нахуй, как она называется, вот эти вот 9 бичей, которые вот первая, вторая пати. А он сам отводит босса к печке, нахуй, обжигает его, сам к ним подводит, блядь. Может вам так делать начать, нахуй? Хули, танк это проще научить, чем весь рейд научить, блядь, бегать, нахуй, мозг свой активировать. Ладно, разок попробуем, может вам эту хуйню сделать. За вас работу всю поделать, нахуй. Цирк ебаный. Блять, мне почти 80 тысяч прилетело за одну секунду. Так, давайте, сейчас быстренько с хламом с этим разберемся. И на боковую, блять, пора. У меня там слоты, надеюсь, не закончились сумки. Так. Там с всего шмота кто падал, только про пуху мне вроде говорили. Кто там... Этот, кидайте ролл, гомосек и кто там? А где печенька еще одна? Сука. Че за хуйня? Я проебал, что ли? Он себе ее оставил, короче, и это пацаны у нас на йогу. А, не, вот. Он уже юзнул просто. Не, он есть там. Я в сумке запутался просто. Давай, Мэтфокс. Он скажет, сколько бой длился сейчас? Так. Минут 7, наверное. 6 минут 51 секунда. Так, вот спасибо. Я нет, был 7 минут 51 секунда. Ну это был кринж, а не бой, бля, я вообще на самом деле. 7.51. Теперь по этим, по печенькам. Значит, давайте. Так, одна Закханыч. Так, МВП Хант. Обмен. Кидайте, выйду. Одна тебе. Ну заебись, неужели? Так, одна по Сифее. Что, Захарыч, получил свое? Да, наконец-то, нахуй, можно пойти ко мне, парочку ко мне в силу поставить, блядь. Так, теперь, где-то напомните, найду, кому там что еще надо было, я забыл уже. Гандар, нет, Эламаунт, ну-ка, Эламаунт, что у тебя там неапнутое? Перчи, да, штаны. Обновил уже. Вот, Эламаунт, давай, Эламаунту, обмен, ну, ты ДЦшник наш. А он ОКЗС ходит, да? Угу. Так, ломал. Я бы на хапале потестил. Так, и одна. И одна остается. Кто там еще претенденты, надо подумать? Ну, дерево. Мэтфокс пишет. Мэтфокс, он постоянно спекается. Этих я пока не беру в геру. Ну, я постоянно тоже спекаюсь. Так, и Вилаша ДД, надо вот подумать, блять. Может просто. Может просто на ролл кинем последнюю. Давай, кто выиграет, тот и выиграет. А давайте. Да, и так ничего не летает, нахуй. Ну, я не знаю, просто видишь, мы в ДД не спекаем пока. И будет ДДшек в любом случае. А есть чего-то надо. Потом, если еще зарядим добавить. Сразу 4. Вон. А, ну все, давай, пускай деньги, вон деньги, сотку кинули, пускай это заберут. Она сегодня на ТТГ не сдохла. Нормально было все, так что. Одной хватит? Ну давай тогда. Много кто хочет. Ну давай. На хапалом тогда... можно забрать? Да, дайте уже человеку засох. Спасибо. А на хапале у тебя что там? Одна только апнутая. Одна апнутая. Ну ладно, да. У меня тоже две апнутые. Давай будем с тобой одинаковыми хапалами, блядь. Окей, спасибо. А там, конечно, в говно один. Давай на тебе тогда. Ну это Эламаунту спасибо, блядь. Спасибо, Ломат. Грубо говоря, тебе дал. Ну все. Такой скромный. Спасибо, Ломат. Все, это. Спасибо.
чилим, отдыхаем. Смотрите, значит, пока вы все в Дисе, завтра что у нас? У нас планируется СЛК и ГМХМ. Но так как ГМХМ мы закрыли, я его просто удалю. Вот, второе вряд ли будет, и вряд ли кто сюда захочет идти. Вот. Я захочу. Ну, один человек... У тебя КД. Это еще не... Надо, чтобы таких, как ты, еще было 24. Ну, да. Подумаем насчет этого. И, короче, если к концу недели останется время, я посмотрю. Если вдруг на второй ТТГ 25 персов будет, то я не против, типа, можно сводить. Можно РС-ка завтра запулить. РС-ка не приоритетная хуйня. Ну, посмотрим. Короче, смотрите, давайте сделаем так. Вот СЛК обычка, и после нее ЗС 4 босса поставлю. Вот. А там придут, не придут люди. Если придут, мы пойдем ЗС 4 босса закроем. Если нет, ну, РС-ка и ВК что-нибудь такое почеловое поставим. Смотри, там РС-ка тебе на друиде нужна точно, как минимум. Мне на друиде? Да, тебе на друиде. Ты видел, с чем танчит тот друид? С чем? Он с РПБ треньками хуячит, у него чешка и... Так, я лучше ДД отдать.